Привет, ребята! Сегодня я буду рисовать рэпера. Попросил его нарисовать меня Зият Гулиев, Tech Nine. Он попросил, а я нарисую. Я не очень много слушаю такую музыку, но все-таки мне в детстве она очень нравилась. Сейчас как бы я так повзрослел и немножко, может быть, в другой сейчас отрасли люблю музыку, в другом жанре, но все-таки... Давайте нарисуем, как меня попросили. Я сегодня буду рисовать маркером, потому что такой, вроде бы, такой рисунок, тема, взрослый такой человек, портрет. Я буду рисовать портрет, такой скетч. Я его не очень знаю, этого парня. Я посмотрел несколько его музык, мне они понравились. Я рисую портрет, из интернета нашел фотографию и рисую портрет. Вот примерно так я вижу этого человека, как он такой в очках, крутой. Ну, все рэперы, они такие крутые, это отлично, всегда мне это нравилось. Я знаю, что... Так, человека довольно сложно рисовать, особенно если вы хотите все-таки повторить, что я нарисую, то действительно вам, наверное, будет сложно. Я не прошу вас сейчас повторять то, что я рисую. Я все-таки так скетч рисую, такой простой. Так что не пытайтесь повторить, но вот примерно он так выглядит, такой вот человек. Такие у него скулы, глаза. Он очень давно, я знаю, этот певец выступает, его многие уже любят, и я посмотрел, прямо он такой задорно не сдает свои позиции, а выдумывает что-то новое, и это меня, ну, как бы радует, что ли, в человеке, когда человек иногда, ну, зачастую, я так скажу, что есть певцы у нас и в России, и многие другие, когда, ну, люди повыступали немножечко, например, год, два, десять, может быть, да, а потом они занимаются своим делом, и им уже не очень интересно заниматься, ну, вот, у них появились поклонники, любители, фанаты и так далее, ну, а те говорят, ну, мне не нравится сегодня уже заниматься, и я не буду этим заниматься, мне не очень нравится, и они уходят. А вот, и понятно, что все-таки это была музыка не их жизни, и она немножко пошла в сторону. А здесь я вижу, что человек участвует в жизни музыкальной многие годы, с 90-х годов, и при этом участвует и задает тон, делает что-то. И это меня радует в человеке, когда он делает, продолжает свое дело, не бросает, а продолжает, и он, ну, к примеру, ему это очень нравится, и другим это нравится, и вот это мне нравится тоже, и в Tech Nine тоже. Вот что я хотел сказать. Ну, примерно такой парень у меня получается. Я его раскрашивать, наверное, не буду. Только единственное, раскрашу ему маечку. Такой он получился, такой рисованный. Мне нравится такой скетч. Я раскрашу маечку. И, наверное, на этом будет закончено. Сейчас я красненький найду. И он красненький. Наверное, красненький, да. Красная майка. Рэпер, это здорово. И, ребят, я знаю одного рэпера. Это Супер Дима. Он тоже пишет песни сам по себе и прям участвует, с кем-то еще пытается заработать. Он не учился в музыкальной школе, а делает то, что ему нравится. И пишет такие тексты, которые нравятся. Так что вы тоже, я думаю, можете участвовать и делать какие-то свои работы. Мне кажется, так надо сделать. Такой вот он будет у меня классный парень. Сегодня у меня такой простой рисунок, но довольно сложный для повторения. Я не прошу его повторять, особенно моих юных художников, которые рисуют за мной. Все-таки вы не очень это нужно вам повторять такие. Но все-таки я выполняю просьбы. Продолжаю выполнять просьбы людей, кто участвовал в моем конкурсе «Рыба-кит радуга». Я исполню все желания моих подписчиков и участников. Приходите в Инстаграм, подписывайтесь. Tech Nine получился такой, может, не очень похожий, но мне нравится. Прям хороший. Такой крутой получился, крутой. Обязательно подписывайтесь. И в скором будущем я тоже буду поучаствовать в конкурсе. Звать вас. И участвуйте. И обязательно выиграете что-нибудь. И обязательно я нарисую вашу работу тоже. То, что вы хотите по вашему заказу. А пока, до новых встреч. Спасибо еще раз Зияду, что участвовал в конкурсе. И до новых встреч.